В общем, друзья, делаем треки. Интересно, как будет звук. Сори за шум. Делаю треки. Все покажу. Закину. То, что получилось, тоже закину. А свою группу в Телеграме. Там вы сможете скачать, либо там послушать бесплатно бит. Все, что я делаю бесплатно. Так, здесь выбираем, получается, насколько я научился, DrumKit. В лоджике выбираем под инструментом, открываем, получается, мультиинструменты, как эта тема называется? Ну, с рычажками. В общем, открываем тему с рычагами, а потом открываем, значит, вот здесь вот меняется ультрабит, стерео, открывается вот эта тема, в которой есть, ну это плагин, который влетает такой эквалайзер, который, через который вы можете делать определенные инструменты, так что тут есть сэмплы, все очень удобно сделано, в принципе. Повтор. Сейчас я отдельно пропишу. Послушаем, что вышло. Я, наверное, буду работать в наушниках, но так будет просто проще. А здесь мы ставим систему, скажем, соло. Получается переключение на наушники. И все, я буду вас слышать музыку в наушниках. Ну и, собственно, тоже микрофон, я буду слышать наушник. Микрофон я могу отключить звук, чтобы мне не было слышно. И здесь уже, чтобы не было такого эхо. Здесь я буду делать. Я понимаю, ну типа, ну ты что, знаешь, вот так вот? Раз, тоже будет громкость. Раз, два, три, четыре. А вы, скорее всего, не услышите, если я буду на наушниках, так что лучше я переключусь обратно. Давайте систему. Сразу сохраним. Очень помогает в таких случаях метроном, на самом деле. Последний можно убрать, просто берем, убираем последний. И потом выставляем. На инструменте убираем DrumKit и дальше что дальше убираем, ну любую на самом деле, любую темку, барабаны, да? Потом всегда открываем мульти это,
Ну, список, короче. Ну, вот эту вот фишку открываем всегда, потому что она самая главная, остальное как бы... Ну, так. Так, что у нас за инструмент? Говорит, у нас инструмент здесь не выбрано. Тут уже сразу идет форма. На самом деле можно переставить на другое, вот, допустим, ES2, да. Так, я скрипчу. Ну и так пока. Важно выставлять метроном, на самом деле, насколько. Чтобы вам не мешало только дорожка, это S. Всегда почистить. Я стараюсь, чтобы не было наложения звуков. Ну вот, смотрите. Ну, здесь нужно почистить. Как я считаю. Также можно накинуть этот лупчик. Накинуть луп дисторшена. Так, Space Effect, где он пичит для вокала. Хорошо, а тут такое гудение сделал. Можно еще накинуть чего-то. Но сильно лучше не перекидывать. Thank you.
этот сэмпл, это убираем. Так. Что-то тут тоже писал. Просто передвигал. Что у нас там в начале. Обязательно нужно включать. Сейчас я еще пропишу начало. Thank you.
Создаем новый звук. Это у нас будет, давайте, пианино. Пианино Yamaha. Сейчас он идет прогресс Yamaha. Можно Urban также поставить, Ultrabeat. Выключаем просто, чтобы, если не выключить, то будет играть и вот эта тема, и вся ваша дорожка. Thank you.
послушаем, что у нас получилось. Делать.